Привет всем! С вами Доктор. Сегодня у нас открытие большого количества подарков. В общем, сегодня я сливаюсь. Хочу посмотреть еще, сколько звезд будет, чтобы можно было докупать, если есть такая возможность. Я, в отличие от многих донатов, по 3, 50, 17 миллионов тысяч не закидываю в эту игру. И поэтому, сидя на беспонтовом месячном плане, я продолжаю свое действие. В общем, все, что вы видите сейчас на экране, все мои подарки. В связи с глюком и ошибкой Фейсбука, я играюсь через, получается, Фейсбук теперь, через центральный сайт не заходит. Видимо, какая-то проблема с серверами. Но, как я уже говорил на стриме, разработки ведутся, все делается. В общем, ждем решения проблемы от разработчиков. Ну что, начнем, наверное, как обычно, с самых мелких. У меня все-таки 30-ник, вот я смотрю тут. И пойдем дальше до тех подарков, Где-то там подарки, а я подарки не вижу. Ну, в общем, где-то там еще партия подарков есть. То есть это если еще одна партия, я уже ее не вижу. Ну все, поехали. Итак, все говорят открывать по 10. Вот эти вот подарки, типа, имею в виду, они говняненькие. Давайте, что-то я вот прям реально не хочу открывать его по 10. Крионизатор низкоуровневый, все модули низкоуровневые. Как можно открывать их? О, открыть еще. Открыть еще. Что, мало в эту акцию, что ли, донатит? О, нифига себе, с мелких уже крионизатор третий. Мне, кстати, он хорошо падает. Я и посмотрел по видео, и других подписчиков посмотрел. Но нормально, кстати, у меня как раз крионита нету. Но я думаю, 1000 крионита можно будет собрать, наверное, возможно. Может, побольше даже. Ибо студия вся, которая есть, вот я уже говорил, я все посливал. Все, у меня 2500 крионита было, и я все слил. О, 800 звезд. 800 звезд, это прям хорошо. Это прям хороший такой прям. Ну все, давай еще крионизатор. Че, все, закончился? Ты посмотри, крионизаторы закончились. Да, блин, ты вообще просто. 260. 9. 2 ринга. О, я еще ринги покручу. Короче, есть еще прям с чего идти. Еще и звезды. Может, еще докуплю. О, квантовый четвертый. Квантовый четвертый. О, кольцо второе. Наконец-то. Наконец-то я дождался тебя. Блин, сейчас это кольцо будет падать. Кроме, короче, модулей этого ничего не должно падать, да? Или поезд все-таки упадет 20-й? Ой, я испугался, думаю, поезд. Слава богу, крионизатор. Тушенки. Еще кольцо. Но кольцо должно быть где-то 6-е, наверное. Квантовый генератор 5-й. И я счастливый обладатель генератора. Теперь на фармы буду ходить с генератором. 90 дней, короче, радости. Ну, как раз до осени. 5-й. Прям вообще прям. Ну, он, думаю, будет 7-й или 8-й, наверное. Хотя тут надо посмотреть. Если учесть, что на всем остальном же вроде зажали. А, кстати, кольцо что так плохо падает? Никогда не падало так плохо кольцо. Лазерный прицел 4-й. Кстати, что там по этому-то? Ну-ка, магазинчик. Ну-ка, магазинчик. Можно купить что-нибудь? Есть, вот щит можно взять. Чтоб если выпадал, короче, чтобы не 4-й. Чтоб его не видеть. О, еще кольцо. О, еще кольцо. Нифига себе. Хватит кольцов. Так, ну, Катюша, есть позитроник. То есть у меня... О, еще кольцо. Да ё-моё. Да дофигеть вообще просто. Еще. 6-й. Ну, говорю, еще... Ну, будет еще. Еще открытие, ребят. Ну, имею в виду, еще я буду докупаться. Еще вон 2500 есть. Ну, это-то сейчас я сразу потрачу, наверное, при вас. Ну, что, поехали другие. Бюджетные подарочки. 3. Кольцо 7-е. Надо было вот эти с кольцом... А, ну, там неинтересно, кстати. А тут одно кольцо должно быть. Еще 11. Но это из тех подарков, которые я открывал, вот я, ну, докупился. 7, 6. Ну, и все. Ну, это прям нехорошо, прям. Ну, вообще, если честно, да, у меня и так, я уже, если учесть, что я на бесплатках тут сижу, досижу накупленных за звезды, можно было и не выдрючиваться, знаете, такую, типа... Ну, не выпадет, короче. И смотрите, не выпадает. Ни позитроники нету. В общем, если учесть. Да, ни расширителя. Ни позитроника, ни расширителя. О, злобоглаз 11-й.
Круто. Что, будет еще расширитель? Ну, не должен. Ну, пятый это уже, это, ребят, это для меня это предел, если честно. То есть, если... И поясок, да, поясок 19-й вообще не должен больше падать. Вообще просто, вот прям... Охота сказать. Ну, хотелось бы. Ну, знаете, у нас хотелки не совпадают. Сейчас модули выпадут. Может, какой-то из модулей еще пятый, наверное, бахнет. Ух ты, нифига себе, две штуки я отхватил. Отлично. Слушай, хотя бы это... Ну, нет, я не настолько прям везучий. Прям вообще... О, расширитель шестой. Нифига себе. Шестой. Еще и будет седьмой, что ли? Да ну, не поверю. Да не. Да не, не. Нет. Вы что? Сейчас генетика будет, шао, что еще там будет? Звезды, конфетки. Ну, никак не должно быть. Чипователь 10-й. О-хо-хо-хо-хо! 10-й чип. Первый раз, ребят, никогда вообще 10-й чипователь. Вообще никогда в жизни не выкачивал. Вообще просто. Ну и все, соответственно. Сказали мы. 2700 еще напоследочек. Вообще прям. Так, ну давай скупимся еще. Рубинов нету, так что мы купить рубины. В общем, мы скупаемся чисто. Так, сколько еще? Еще двадцатник. О, сейчас кольцо будет у нас еще. Ну, слушай, ну шестой прям вообще прям. Ну, седьмой это уже кто-то говорил, что между шестым и седьмым там такая пропасть в подарках. Просто прям двойная пропасть. Сейчас кринизатор должен выпасть. Я же говорил. Блин. А, ну да, кольцо-то тоже забыл. Кольцо минимум до девятого должно бахнуться, чтобы началось что-то выпадаться. Все. Все, короче, их не осталось. Восемьсотник и еще вот так и вот так. И это последний, ребят, последние три подарочка. Нету. И вот так. Все. Итак, пояс не выпал. Выпал Злобоглаз 11-й. Но выше я его тоже не качну. То есть он не дастся. Этот не выпал. Крионизатор 7-й. Прям выпал, прям крионизатор. Чипователь, я в шоке выпал. Первый раз чипователь 10-й вытащил. По 500 чипов 5 раз в день вообще. И, ребят, не выпала у нас ни одна позитроника энергетическая у этого. И выпал расширитель. Расширитель 6-й выпал. Жалко, что 7-й я 7-й не вытащу, скорее всего. Ну, вообще просто не скорее всего, а не вытащу. Тут 2 дня осталось. Так что как-то так. Ну, не очень, конечно, мне фартит. Хотелось бы лучше. Ладно. Всем спасибо, кто смотрел. Если у вас дроп лучше, конечно же, отписывайтесь. Скажите, что я дно. Если у вас дроп хуже, ну, отписывайтесь, скажите, что ты слишком читер. Всем счастливо.